Здравствуйте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Амнезия Призрак прошлого. В предыдущей серии мы наконец-то. Блять. Что мы сделали? Нахуя это тронул, блять. Короче, мы что-то сделали. Блять, мы какой-то обряд провели, только что сами не знаете. Зачем? Так. Записочка. 19 августа 1839-го. Клянусь, я убью тебя, Александр. Жаль, что день не достал меня в Лондоне или в Алжире. Тогда ничего. Я жду смерти. Так. Ну, бля, обязательно такую музыку вырубать? Мне чисто интересно. Так, вон она прям под сзади нас. Тень уже, она прям тут уже. Так, еще одно, походу. Такое заклинание. Давайте проведем опять его колом. Давай. Что за хуйня случилась? Так, для начала лекарства принял. У нас одна остается, да? Так, ой, блядь, тень здесь уже, сука. Давай, сука. Блядь, тень там позади нас, да? За нами по пятам, зал сферы. Мне кажется, все, это уже все. Все. Я думаю, это конец уже будет точно, блядь. Куда дальше? Какие еще, блядь, зал дальше будут идти, блядь. Что, бесит уже, блядь. Так, глянем, что там сейчас будет. Ну. Так, надеюсь, не будет никаких. Мне так грустно видеть, как ненависть переполняет тебя. Неужели ты правда ищешь мести? Я надеялся, что ты лучше других поймешь всю серьезность положения. В конце концов, мы все время боролись именно за твою жизнь. Неужели она не стоит небольшой жертвы? Пойдем, помоги мне завершить ритуал. Еще есть время. До прихода тени. Пошел. Что за... Так, мы молотком его отпилить. Мы, собственно, ее отпилить можно. Так, стоп, нет. А так... А вот он-то, Александр, тут. Чё ебать делать-то надо? Семён сегодня тут махает, блядь. Так, чё-то про это говоришь, что с ней что-то найдёт, походу. Так, стоп. Нет. Молоток в помощь, нет. Пила вот все-таки. Нет, сука, да что такое? Веревка, нет, нет. Беда этим, беда, нет. Ебать, что делать-то, блядь. Что с вами то делать-то, блядь? А, во! Нет, не делай этого. Ага! Так, это то же самое, как понимаю, так же. Я понимаю. Стой, Даниэль! Ты все испортишь. Так. Мы уже так близки, прошу. Пошел нахуй.
Так, стоп, почему? Но ведь я, возможно, спасаю. А вот. Ты погубил нас! Погубил нас обоих! Да и хуй с тобой, сдохнет твой поганый. Че, нам тоже как-то не пиздец? Это был мой величайший триумф. С тех пор тьма отпустила меня. Думаешь, я боялся бежать из Бренненбурга? Как раз наоборот. А вот, возвращаемся назад, как бы все, откуда-то шли. Че, нас все-таки выжили? Я знал, что это мое чистилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Я не отрицаю то зло, что совершил. Но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно. Ну что ж, мы наконец прошли эту игру, Амнезию Пидокош. Ну что сказать об игре? Блин, ну, кстати, она просто шикарная. В плане ужастика это вообще... Нет слов вообще. 5 из 5, что давайте игре. Ну что ж, спасибо всем за внимание, что смотрели мое прохождение. Мне было очень приятно. Ну что ж, увидимся в следующих прохождениях. С вами был Алькатрас. Всего хорошего, пока.